Новые жертвы маршрутных перевозок. В четверг вечером на проспекте Строителей областного центра пассажирский автобус, выполняя поворот налево, столкнулся с двигавшейся во встречном направлении «Маздой». Пострадали три человека, в том числе один пассажир маршрутного транспортного средства. Уже в пятницу утром новое происшествие. Около 6 часов утра на Лежневской улице 7-я маршрутка, полная людей, врезалась сначала в опору уличного освещения, а затем в дерево. Пассажиры с серьезными травмами вместо работы попали на больничные койки. В результате ДТП пострадало уже по предварительным данным 8 человек. Они являлись пассажирами данного транспортного средства. Как выяснилось, водитель трезв, причины ДТП в настоящий момент выясняются.